Всем привет! Я решила завести новую рубрику, буду пробовать необычные продукты супермаркета и делиться с вами своим впечатлением. В основном, когда мы ходим в магазин, мы покупаем только привычные продукты: хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, мясо, ну или что-то такое, что едим каждый день. Но не обращаем внимания на необычные товары, например, на варенье из грецких орехов, просто потому, что не привыкли есть их каждый день. А иногда они бывают очень вкусными. И сегодня у нас как раз варенье из грецких орехов. Первый раз я попробовала его, когда еще училась в школе, родители привезли вот такую баночку с нашего юга. Помню, что оно мне безумно понравилось, но больше почему-то я его не ела. И тут я случайно увидела несколько баночек грецкого ореха, варенье из грецких орехов в Ашане, и выбрала вот это, потому что мне показалось, что здесь самый нормальный состав. А еще мне понравилась баночка, она сделана так по-домашнему, и кажется, что это варенье готовила бабушка, а не сделали его на заводе. Это варенье стоило 230 рублей, и сделано оно в Армении, в городе Горис. Или Горис, как правильно, не знаю. Прочитаем с вами состав. Здесь все очень просто: грецкий орех, вода, сахар, песок, регулятор кислотности, лимонная кислота и пряности. Нет никаких красителей, и из консервантов только лимонная кислота и сахар, поэтому мне кажется, это просто классный состав для варенья. И надеюсь, что оно вкусное. Варенье хранится 2 года при комнатной температуре, как, наверное, и обычное домашнее варенье, но если банку открыть, то его нужно поставить в холодильник и хранить не дольше месяца. Еще раз обращаю ваше внимание на дизайн банки. Баночка похожа на горшочек, у нее вот здесь вот есть 2 ручки, и сверху она как будто бы покрыта тканью, а не бумажкой. Выглядит очень мило и симпатично, и такое варенье не стыдно подарить кому-то в качестве сувенира. Ну что, давайте откроем баночку и, наконец, попробуем, какое же оно на вкус. А то я так его расхвалила, может быть, оно и не очень. Кстати, нужно заметить, что здесь поворотная крышка, то есть ее можно закрывать, открывать несколько раз. Много сиропа, но этот сироп должен быть очень вкусный. Орехов тоже, мне кажется, достаточно. Сейчас попробуем. Так, себя бы не испачкать. Я не знаю, так должно быть или нет, но вот этот орех достаточно твердый. Я думала, что буду есть орех, он будет прям таять во рту, но нет, этот прям плотненький. То есть его приходится жевать. Попробуем сироп. Но вкусно, надо сказать. Сироп просто бомбический. Это, наверное, самый вкусный сироп в варенье, который мне приходилось пробовать. Потрясающе просто. Сироп очень сладкий. Если вы не совсем любите сахар, то я думаю, что он вам может не понравиться. Это прям для сладкоежек. То есть для меня. Я люблю, когда чай не сладкий, а то, что ты ешь с чаем, оно прям приторное. Настолько сладко, что хочется быстрее запить это чаем, но вкусно, правда вкусно. Я думала, единственное, что орешки будут помягче, потому что мне сироп понравился больше, чем сами орехи. И, кстати, очень правильно, что мы заварили грейпфрутовый чай для этой съемки, потому что грейпфрут, он и кислый, и немножко горький, и он хорошо перебивает вкус приторного сладкого сиропа и классно сочетается именно вот с этим вареньем. Короче, вывод такой: варенье вкусное, я буду брать его еще раз, но оно не подойдет тем, кто не очень любит сладкое и не любит жевать. Хочешь? Давай. Ну как? Вкусно. Жестко? Классно. Мужу понравилось. Вот ты его и съешь.
Ты воруешь мое варенье? Ты снимаешь, что ли? Да. Всем привет. Ну что, я надеюсь, вам понравилась моя новая рубрика. Обязательно пишите в комментариях, я буду снимать еще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И приятного аппетита!